Всем привет, с вами Денокс. Серафим. И мы играем в Total War Сёгун 2. Да, начинаем, по крайней мере. Да, начинаем, первая серия. Надеюсь, вам понравится. Нам надо будет захватить 60 провинций Японии. Да, всего, расплюнуть на самом деле. И Киото, как последний босс. Вот. Чувствую, я начинаю к нему за Тесокаби, а Серафим за Правильно этого. Прочитал, Тесокаби, по-моему. А я за море. Тесокаби. Ну да, Кабе. Фиг поймешь этих японцев. Ладно, что значит у меня тут есть? У меня тут есть рисовые поля и рыбацкая деревня. Во-первых, сейчас мой ход, мой да, ход. Сейчас. Мой. Твой ход. Да, твой ход. Но у меня так, есть все равно рисовая деревушка, поэтому я У меня, кстати, отличное отношение граждан ко мне. Пытаются расти. Я поставлю средние налоги, чтобы они больше приносили денег мне. Могу лесной склад улучшить? Ну, лучше я твердыню сделаю, как обычно. Хотя нет. Хотя путь. Нет. Ну, я, естественно, закажу эти сразу улучшенные ирригации. Проверенному пути. У меня, кстати, один кораблик есть. Да, у меня, кстати, ноль корабликов. У меня южное побережье Сикоку. Ну, ноль корабликов, конечно. Да. Лагерь лесорубов есть, я могу его улучшить, но сейчас лучше этого не делать. Ну, я этих мураев Рост заказал. В следующем сезоне минус один. Вы чё? Финансы. Это так. Нормально. Да. Так, армия пока, пожалуй, после уже пойду, допустим, на Оути. Так, а у меня тут какие соперники-то вообще? Что-то я... Так. Торговать я могу только с Кикавой, поэтому... Соперник у меня, наверное, Коно. Да. В провинции Йо. И все. Но это провинция здоровая. Представляешь, Брас у город... меня... Смотри, у меня уже союзник есть Оути какой-то. Оути? Да. Но это не Коно, поэтому... Ладно, окей, я тебе даю ход. Да, вопреки, кстати, правилу, почему доходишь ты первый, интересно, как это определяется. Потому что, видать, море стоит над Тесокаби, хотя по списку он наоборот под ним. Да, это как-то странно, чем ход определяется, ну ладно. Я пока буду копить воинов, а какие деньги появятся... Ой, фига, ты должен быть надо мной. Да. Я буду копить воинов. У меня, кстати, мир с Авой. Там, кстати, кони есть, но ладно. Это Тесокаби... твоя провинция Тоса? Что Тоса, да. Я с Миёси торгую. С Сого у меня мир. У меня война только одна, прикинь. Война только с одним государством. Это с Коно. И союзники море. То есть ты. Было бы классно. Классно, у меня... Если я захвачу Коно, у меня будет практически вот весь мой этот вот полуостров мой. Ну, это я пока делать не буду. Поднакоплю сначала деньжат. Надо и воинов нанять еще. Вот они уже делаются. На следующем ходу... Один дом у тебя? Да, один. Да. На следующем ходу сделается еще несколько воинов. Ну, где-то через три хода я начну завоевательную кампанию по Коно. Поэтому да уж. Пока войны не будет ни с кем. Ну ладно, давай посмотрим дипломатию. Дипломатия — это у нас Миёси. Миёси к нам равнодушна, но мы с ней торгуем. Запросить союз — это неприемлемо, конечно. А, кстати, у Миёси, по-моему, тоже... Это твой союзник или кто это? Или торговый партнер? Торговый партнер. Ну-ка, я потребую брака Тесокаби Наны. Своей дочери, видимо, но... Не хочу, не хочу. С Коно у нас вражда. Они, наверное, не хотят заключать мир. Да. Не хотят. Что у нас с Сого? Чтоб союзник не может торговать... Все порты вашей провинции загружены полностью. Может быть, я рановато. Смогу... Да, может быть, я смогу с Согу поторговать, потому что Согу, он надежный, амбициозный, отношение симпатии. Брачный
союз, стоп, сделать вассалом, он не против? А в обмен на брачный союз? У меня, кстати, тут отличная погода, у меня сакуры цветут. У меня пока нет. Военный союз. На твоей темной стороне сакуры не цветут. Да, темная сторона сигунатов. Так, неприемлемо? Ну ладно. Пофиг. Ну что ж, тогда у меня больше ничего нет. Но только если управление домом. У меня буддизм, пока ничего нельзя принять. Это у всех так сейчас. Военачальника надо принять в семью сразу. Я этого не сделал. А, военачальника можно заключить брак с кем-нибудь, с Наной. Что, простите? А, вот наследник Итасукаби Нана. Вступить в брак с военачальником. О, военачальник женился на дочери. Повысилась Дайма. Преданность? Да. И у меня есть один наследник, Мототика. Ему сейчас 6 лет. Ну, пока он еще ничего не смыслит в жизни. Как, собственно... Собственно, наш... у меня тоже есть враг. Один всего? Амаку, да, тоже один. И там всего лишь одна территория у него. Я пойду на него войной. Естественно, потому что у меня со всех сторон дальше союзники, и это мне очень радует. Так, владелец Амака, у него я вижу провинции раз, два, три. Давай я сам посмотрю пока что. Да? В дипломатии, да. Офигеть. Верно с тобой. Значит, я немножко ошибся. Самую малость. Амаку не такие слабаки. Так, найдем войск. Не то. Что хотел там? Управление домом. Ну да, даймы надо посмотреть. Какие у них характеристики. Боевой дух от всех отрядов под командованием этого воина плюс 2. Это у даймы. Вероятность стать жертвой покушения минус 2%. Интересно у него. Это он недоверчивый и смельчак. Недоверчивый смельчак, да. Недоверчивые жертвы покушения минус 2% вероятность стать. Тоже неплохо. Да, ну, а у Тесокабы особых способностей нет, конечно. Ладно, ладно. Давай. Все, передаю ход. Сейчас такая, знаешь, орда на всех нападает, ее подчистую сносит все. Да, да, да. Да, мы-то планы строили, да. Угу. Кону, посмотрим. Как походит. Оути ходит туда, к Нагата, Миёки, Кикава. Ладно, перечислять бесполезно, язык сломаешь скорее. Да, так они еще быстро ходят так. Цуцуи злополучные. Дело так врагов на самом деле. Европейские торговцы и пираты, отдельные фракции. Ну теперь ты, мистер Сэм. Я заметил дом. Какой-то согу. Встретились с неизвестным до сих пор домом. Да, неплохо. Ну а я, собственно, у меня пока армия еще делается. Я уже с одним. По крайней мере, военачальником, не с дайме, хожу, разведаю территорию. Там это, можешь, конечно, дайме. Ты можешь кораблем разведать территорию, да. Нет, я по суше. Так, и вами. Я открыл новую... Называется-то? Город вражеский. Я пойду на него. И теперь пойду кораблем, посмотрю, что у нас тут. Открою остров есть. Коно, с которым у меня война вон рядом, потому что я не вижу. Ого, город у него. Какая у него армия? Ну, такая вот, средненькая. Да, ничего особенного. Коно Митинау, да. Так, тут у нас тоже вроде бы все. Ух ты, сколько тут портов-то. Плохо. Главное, чтобы на мой корабль сейчас не напали. Реально. Строится. Теперь... Так. И наем войск. Могу нанять еще лучника. Нормально. Сейчас накоплю армию спокойненько так. Пойдем вынесем. Торговать я пока больше ни с кем не могу. Да и развитие у меня тоже сейчас идет. Так что осталось, наверное, пока что только заказать еще лучников.
А, нет, я еще один дом заметил. Мацуда. Мацуда. Да. А Сигару с Яри ролик показали. Замечен дом. С Мацудой встретились, да, наняты воины. Неплохо. Неплохо. У меня с Мацуда, кстати, мир. На следующем ходу еще двух мы наймем, и я пойду войну на Ис. На следующем ходу уже пойду войну на Ис. Так, а пока можно, я не знаю, что, улучшить, что ли, ничего. 1000 золотых я на следующем ходу получу. Пока спешить не стоит, надо немного развиться, чтобы, если что, сдержать нападение. Ну что ж, следующее у нас лето, осень следующая. Посмотрим. Да, интересно, отреагирует ли противник, то, что я зашел на его территорию? Кону не походил нифига. Опс, ой-ой-ой-ой-ой. А, ну ничего, нормально, кстати, у меня военачальник, и у него лучше не только. Пожалуй... Расчет пока, как кажется, не очень хочется делать. Да, я, кстати, не вижу. Бой твой. Ну ладно. Сейчас увидишь. Так, развертывание войск. 330 против 270. Ну да, тут, кстати, надо лучники у него и эти, а у тебя два этих. Надо его лучников уничтожить конницей. Кстати, как-нибудь так. Ха, интересная локация. Тем более, смотри, он на меня нападает. Это означает, что он будет действовать атакующе, скорее всего. Мне надо строить защиту, а конницу подальше отвести. Ну, интересная локация, кстати. Там холм, я вижу, еще какая-то скала. И вы начинаете... Он начинает в лесу, а ты на равнине. Ты уже посмотрел? Ну, я вижу карту просто при загрузке. Я пока что идет ожидание тебя. Смотрящего. Так. А, ну вот, загрузилось. Все, отлично. Ну вот, да, вот она. Равнина та самая, рядом море. Кстати, смотри, компьютер рассчитал, что у нас, в принципе, один... Нет перевеса. Половина. Да. Как увидишь. Так, ну, в принципе, смотрим. Все решится половина на половину. То есть, все решится в этом бою. Если он пойдет на меня давать, пожалуй, я передвинусь в самый край. Сейчас. И, кстати, он рассчитал так, что мы рядом с морем появились. То есть, там рядом море. С той стороны именно. Да. А с этой стороны горы. И, кстати, вон там город его, по-моему, да? Где? Вон, а, вдали где-то. Самый, да? Да. Да, там что-то есть такое. Холмы, может, и город. Я отсюда не вижу. Так, и у него тут лес. Он в лесу начинает. Скорее всего, он на холм заберется лесной и закончит. Хотя... Окей, все, начали. О-о-о, смотрим, в что лесу у нас появился. Там. Он, собственно, должен идти на нас, потому что если... Хотя... Хотя не написано просто уверенные, и неизвестно о них больше ничего. Лучники, кстати, пойдут сразу в атаку. Только дойдут до нужной дистанции. Они даже, помню, на холм забираются. Нужно их перехватить, пока они вот по местности идут. Да, я, пожалуй, конницу отправлю немножко в сторону. Вдруг они пойдут на общие отряды. Будет неплохо. О, смотри, зверюшки какие-то. Олени. А, он. Так, давай. Сейчас посмотрим. Ты скажи, если он перекинется на мою конницу. Так, ну, они пока идут, можно сделать, наверное, ускорение пока. Да, наверное, так и сделаем. То они медленно идут. Так, ну они просто идут. Где главнокомандующий, мне интересно? Главнокомандующий в одном из отрядов. Там просто капитан. Там не военачальник. А, капитан. Ну тогда еще легче все. Да, наверное. Это, наверное, капитан Сигару с Яри.
Тут даже не Собственно. написано характеристики, они просто написано, что они уверены и все. Все, я своими отрядами пойду в атаку потихоньку. Строй только разомкну. Чтобы не сильно. А если что, конница врежется в них сбоку, да? Да. Я сделаю немножко поближе друг к другу их. Все, можно направлять. Первый отряд пошел. И второй отряд сейчас пойдет. А вон я вижу их командира, он бежит впереди, но это командир лучников. Наверное, командиры всего войска, да? Ну Нет, да. не всего. Хотя нет, вон командир пехоты и командир лучников. Все, я пускаю своих бегом, наверное. Да. Так, они остановились Первые и начинают побежали. Атаковать. Понял. Так, это Давай. Значит, не их командир. Вот, их командир это командир Сигарус Яри, вон он стоит. И он же изображен как командир врага. Так что Так, я второй отряд тоже вперед! Пускаю. И конницу я тоже поехал. Как Mountain Blade, только поэпичнее немножко. Все врезаются друг в друга, да, на полном ходу. Давай, 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 сейчас сбоку запилим. Ух, надо поддержать, твой отряд немножко это уступает. Сейчас сделаю сбор, когда скачу конницей. Да, да давай уж. Делаю сбор. Сбор, Раз, сбор. Два, три. Да, и они страдают, и все, конница врезалась. Так, Месиво. воодушевим их, кстати, самим себя. Месиво, месиво, месиво. Вот, шикарно. Отлично, отлично. Но Конница они это самое убежали. Лучшее для того, чтобы добивать. Все так застыли, так, эти убегают. Я получил эти... достижение свирепый чего-то там. Ладно, завершим. Свирепый, свирепый. Да. Да уж. Там. Не только, ну и, кстати, дезертирством, ну да. Который обычно происходит в зимний период времени. Так, у него развернуто 270, у меня 330, он потерял 200, я потерял 100. У меня Сигарус Яри стали первого уровня. Да. Сейчас у меня дозагрузится. Да, я тебя жду. А ты выйдешь тоже на... карту. Все, ты вышел, и я... Все, он убежал. Отошел, да, но... А я, кстати, его сейчас все равно добью. Там. Уже в автобое, да? Да. Там у него осталось-то. Так. Мне показали о том, что я нанял, и кто такие самураи с Яри, а также лучники. То, что я освоил знание дзен. Так, я завершаю с ним битву нашу. И сколько у него человек там? 70, у меня 230. Так, расчеты только в боем. Знаешь, поражение такое чистое. Почти поражение, офигеть, как он умудрился. Ну ладно, хотя бы целиком убил. У него остался... Капитан Абата Мицумот, 37 лет, агент. И тот умер. Я уровень получил. Отлично. Теперь в Иваме, кстати, никого нет. Ты можешь Иваме захватить. Так, я могу либо повысить честь Дайми, либо командование при обороне на суше. Лучше честь Дайми, наверное. Путник. И очки навыков. Боевой начальник его личной охраны плюс один. Перемещение рядов этого командира. Хотя, можешь, конечно, и вами захватить, но... Верно так, я сделал все. А там сколько? О, замковые самураи. Да. Можешь просто провести. Пока осаду оставить просто. Ну, оставь пока осаду. 45 самураев все-таки вдруг он проиграет. Ладно, давай расчет итогов боя.
Хотя, собственно, пока я сниму осаду, потому что хочется подвести кое-кого получше. Найму лучников и приведу пару хороших отрядов. Вот это уже самое то. В следующем году атакую и заберу, скорее всего. Так, теперь у меня есть деньги, чтобы улучшить, в общем-то, твердыню. Твердыню, у меня тоже есть деньги, поэтому я сейчас заблаговременно куплю самураев. Также я начну осваивать знания Тодофукен. Это уже, типа, я смогу возродить рисовую биржу и почтовый тракт. Полезно. Ростом городов у меня. Сейчас на этом ходу у меня аж два воина произведется, и я найму еще одного. И на этом, пожалуй, я начну военную кампанию против ее. Ну, из-за того, что я вот поднял себе честь дайме, у меня 4 чести. Я достойный. А мой военачальник неподкупный, то есть самый лучший. Что ж, это очень даже неплохо. Ну, в общем-то, я, наверное, заканчиваю и передаю ход. Знаешь, у меня этот новый путь изучается, стратегия обороны, но я сейчас другое немножко изучу. Что будешь изучать? Стратегия обороны, да. Ладно. У меня почему-то идет торговля с моим врагом Коно. Причем импортируют они мне железо. Да зачем? Торговать, когда можно захватить и железо получать прямо так. А Коно, по-моему, очень сильный. Почему ты так думаешь? А Коно? Да. У него один этот. У меня с ним мир. Ну, у меня и с ним война, поэтому. Ну да, я ты, сейчас... в принципе, можешь его атаковать, он там один на краю. Ты будешь близко к моему порту. Портом. Так, я беру с собой... Да, чё там брать-то? Тут везде мир-то, я могу всех воинов взять с собой. Чё мелочиться-то? Никто не нападет из-под тишка. В принципе, я сейчас иду в Коно. Так. Ясно. О, армия. Великая вражеская армия. Да, 4 человека, там никого нет. И у них еще железо. Вот что у меня самое вот главное для меня, это железо. Да, и конечно, сейчас... мы с тобой сможем начать торговлю, когда ты захватишь этот порт, скорее всего. Да, у него порт уже есть. Ну, или, по крайней мере... Рыбацкая деревушка, ее нужно улучшить до гавани. Да, и тогда мы сможем уже открыть торговлю. Ну, это я у себя улучшаю до гавани, поэтому... Конец хода, осень. Следующий ход зима, и зимой мы нападем на вражеского генерала. Давай, Коно, твой ход. Напади. Думаешь, сейчас. Нападет? Ну, потому что до зимы ему нужно успеть нас завалить и вернуться в город. Что? А, он вернулся. Верно. В город. Конечно. В городе легче обороняться. Не лучше ему время. Но я думаю, что, кстати, серия к концу подходит. Да, уже скоро, наверное. Да. До осады, я думаю. Сделаем по последнему ходу. Посмотрим, что это нам даст. В итоге. У меня улучшилась ирригация. И, кстати, один дом уже уничтожен. Токугава как раз. Это очень печально. Интересно, кем? Не знаю. Там же полным-полно Киото, Ига, Исы, Авари, Микава. Вполне возможно, кстати, что там Ода уничтожил как раз. Да, больше некому просто. В общем, ладно. Окей, я согласен с тем, что он уничтожен, но это не мой враг прямой, поэтому ролик я смотреть дальше не буду. А население, кстати, у меня растет дальше, причем очень быстрыми темпами, хотя у меня налоги стоят на средних. Да, интересно. Довольно хорошо. Это самый большой, знаешь, стрелочка полностью вверх смотрит. Ну да, у меня тоже нарастут. Растет население. Хотя налоги стоят низкие.
Ладно. Так. С отрядами они же будут терять в армии, если я останусь тут и не захвачу провинцию. Так что я захватываю. Тут, конечно же, без шансов. У них там сделался отряд лучников. Но я думаю, можно провести ночную атаку с автоматическим расчетом. Да. Посмотрим, что это нам даст. Решительная победа. Потеряно 39, он потерял все 165. Что ж, шикарно. И еще у меня... А, нет, ну, никто не улучшился, просто они 5 очки набрали. Окей. Ну все, и ты захватываешь. И теперь у тебя с ними... И вами. С ними конец. Мир. У них с ними до сих пор мир. Кстати, вот их армия. Раз, два, три. Да, вижу. Какой-то каратист в середине и двое по бокам в шапках. Сурово. Я, пожалуй, займу без боя, чтобы... Там и так будет минус 8, а там, если разграбить, будет минус 15 отношений. И починить форт, да. Занять без боя. Так, все, захвачена провинция. И форт отремонтировать. Первым делом. Так. Да. Блин, я, конечно же, штурмовать зимой не буду. Это дело, я лучше вернусь в город, подожду лето и летом пойду штурмовать. Точнее, летом, весной и летом, да, летом. Летом у меня получится уже штурмануть его. Также приведу еще часть войск, потому что, чувствую, на меня скоро нападут. А, я не могу ходить. Добрые люди. Ты можешь кораблем разведать другую часть Коно. Да, я сейчас разведаю как раз, я просто острова смотрю. Острова Коно, да. Что их сделать? Там... У них так. Так и не делается армия, так понимаю. Может, все-таки внутрь пройти? Смотреть. В другую сторону, в правую. Может быть. Можешь пока захватывать, пока они еще слабы. Так, что тут у нас все... Знакомые места. А, ну, в общем-то, мы увидели Миёси, как она выглядит. В том острове. Всё. И нашли Миёси. Сейчас... Ну, у меня кончился ход. Замечен дом Ураками. Миёси. Ну, все. Так, ну что ж, я тебе даю... Твой ход. Прошу. Так, ход дан. Уничтожен малый дом Токугава. Постройка окончена. Гавань. Замечен дом Ураками. Замечен дом Бёссе. Доклад снабженца. Это хорошо. Как раз все пришли. Кстати, ты смотри, ты сейчас стоишь на плохой территории. Если ты не захватишь ее, то будешь терять армию. Я знаю. Я потом возвращаюсь в город... И захвачу уже летом. Но уже в следующей части захвачу город Ие. Ты в город иди. Чего, наверное, нет, с городом? Нет, у тебя кончилось. Может, ты можешь захватить даймы и направить в город? Так можно? Или если уходы кончились, его нельзя взять в отряд и уйти с ним? А там отдельно дайми можешь им управлять, вне отряда. Я знаю, но он может захватить вот этого генерала с собой и втащить в город, даже если у него ходы кончились. А у твоего сына, вот этот Чоса Кабы, он может отдельно ходить от своей армии, просто выдели его и направь в город, скорее всего, он дойдет. Вот. Пришел? Да. Ну вот отлично, все, главное, ты ввел их. Давай, смотри, что тут так. У тебя с торговлей. Походу, у него ходы не кончились еще, у этих кончились уже. Он так. Дальше, конница дальше ходит. Ну, значит, лагерь. Так, гавань, порт открыт. Дипломатия, да. Дипломатия, море. Торговать я не могу, потому что порты загружены полностью, написано.
Потому что ты еще не захватил. А, торговый порт я еще не построил. Мне нужно 1000, чтобы построить торговый порт. Поэтому я, пожалуй, буду копить. Но ты лучше захвати ее и там уже сделай торговый порт, чтобы он не слишком длинный путь между нами был. Его же тоже могут грабить корабли. Рыбацкая деревушка, порт. Ну да, там рыбацкая деревушка, мне надо 2 раза ее улучшить будет. Ну вот лучше ее улучшить. Мне нужно 2000, чтобы до порта ее улучшить 2 раза, поэтому захвачу и на следующем ходу. Ну, а это уже как бы конец первой части. Может сохраниться? Собственно, сейчас сохранимся. Так, это наша другая игра. Надо ее как-то назвать по-другому. Не совместная игра, а как мы ее назовем? Завоевание Японии. Да. Ну. Ладно, похоже, тут только английский язык поддерживается. Русские тут презирают, так что не удивляйся. Ну тогда как ее назвать? Завоевание Японии. Wars Japan. Войны Японии. Wars. Ну давай. Или там... Запиши все, что угодно. Japan Conquest. Это... Не суть. Дорогие подписчики и зрители наших каналов, мы прощаемся с вами. Да. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся в следующий раз. Серафим. И Серафим, да. Пока. Всем пока.